Если вы давно мечтаете примерить костюм Снегурочки и почувствовать себя настоящей зимней волшебницей, то тогда вам в Дом молодежи. Заявки на участие в конкурсе «Снегурочка-2018» принимаются до 25 ноября. Не пропустите! Всем желающим принять участие в конкурсе стоит поторопиться. На первое организационное собрание «Снегурочки» соберутся уже в предстоящую субботу, 25 ноября. Организаторы, как и прежде, приготовили для девушек интересные творческие задания. В этом году мы немного видоизменили этот конкурс. Появился новый этап «Снегурочка. Сказочная волшебница», который состоится 10 декабря в Доме молодежи в 11 часов. Девочки и конкурсантки будут показывать свои игры и будут играть с детьми. А еще снегурочки будут петь и танцевать на празднике у елки в Центральном парке. Побороться за звание «Снегурочка-2018» могут все желающие. В прошлом году в конкурсе принимала участие корреспондент нашей телерадиокомпании Анна Литвинова. Девушка без труда перевоплотилась в Снегурочку, потому что смогла разгадать, по ее мнению, главный секрет сказочной волшебницы. Самое главное – это внутреннее качество, потому что у тебя внутри все равно это и зрители, и телезрители, и вообще люди видят. Неважно, какой у тебя костюм, там, сколько ему лет, красиво ли он расшитый, или он там 100 лет лежал в гардеробной театра. Вот, это неважно. Важна улыбка прежде всего, самоотдача и искренность, я считаю так. Оценивать конкурсанток будет компетентное жюри, а обладательницу приза зрительских симпатий определят горожане. Фото снегурочек и видеовизитки будут выложены на информационном портале город.z.info. Подведут итоги конкурса 15 декабря у главной елки города. Ирина Герасимова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».